Всем привет, дорогие друзья, в первую очередь моим подписчикам. Большое вам спасибо за ваши комментарии и отзывы. По вашим просьбам я сделал видеоразбор песни группы Ария «Беспечный ангел» в стиле фингерстайл. А также хочу поблагодарить моих будущих подписчиков, которые, возможно, подпишутся на мой канал после этого видеоурока. Спасибо, желаю вам удачи, играйте на гитаре. Итак, приступим к нашему разбору. Строй гитар у нас будет на полтона ниже обычного. Значит, после того, как вы настроили вашу гитару, можно приступать. Вступление играется следующим образом. Я буду показывать это медленно. Обращаю ваше внимание на расположение пальцев. Я рекомендую использовать эту аппликатуру, которую я применяю в данной песне. Она удобна, возможно, покажется вам для начала сложноватой, но со временем это все окупится, и вам будет очень удобно играть. Значит, играем следующее. Ставим второй пальчик на третий лад. После этого мизинцем прижимаем шестую струну в пятом ладу. Играем. После этого мы обыгрываем аккорд ми минор. Обращаю ваше внимание, что я ставлю позицию этого аккорда, у меня немножко стоят другие пальцы. Вместо обычной позиции, где используется второй, третий палец, я ставлю первый, второй палец. Поскольку у нас затем играет следующий аккорд, и дабы у нас не нарушалась мелодическая линия, эта позиция очень приемлема. Значит, играем. После этого идет аккорд С, до мажор. Затем аккорд Г, соль мажор. Вторая часть вступления играется следующим образом. Значит, здесь я играю октавами, играю бас, а вторым и первым пальчиком у меня проигрывается мелодия. Здесь первый пальчик прижимает пятую струну на пятом ладу, а мизинец прижимает третью струну на седьмом ладу. И делаем небольшой слайд ко второму ладу. Аккорд соль мажор у нас также немножко играется по-другому за вторым разом. Значит, вначале мы играем си, вторую открытую, а когда уже поднимаемся вверх, третьим пальчиком прижимаем вторую струну на третью ноту. Значит, будет играться так. Так, играем первый куплет.
Начинаем мы, опять же, за такта. Играем октавами, как во вступлении. Здесь мы прижимаем мизинцем вторую струну на третью мелодию. Играем с басом ре, открытой четвертой струной. После этого мы ставим такой аккорд. Третий палец прижимает пятую струну на седьмую ладу, первый палец прижимает четвертую струну на пятую ладу, а мизинец прижимает у нас вторую струну на седьмую ладу. И играем следующее. Сыграем еще раз в замедленном темпе. Сначала. Переходим в аккорд С. Играем. Мизинцем прижимаем вторую струну на третьем ладу. Играем вместе с басом. Значит, играем далее. Мы остановились на этом месте. Позиция пальцев находится у нас в аккорде Г, аккорд соль мажор. Играем первым-вторым пальчиком переменным штрихом. Мизинцем прижимаем третью струну на четвертом ладу, играем вместе с басом. После этого играем следующее. Здесь мы играем бас, открытую шестую струну, третью струну открытую, вторую, а первую струну прижимаем первым пальчиком на втором ладу. Ставим аккорд С. И уходим в аккорд Д. Здесь у нас играется маленький форшлаг. Позиция пальцев у нас находится в аккорде D, ре мажор. Первый пальчик прижимает третью струну на втором ладу. Второй пальчик прижимает первую струну также на втором ладу. Третий пальчик прижимает вторую струну на третьем ладу. А форшлаг у нас делается, добавляем мы мизинец, который мы дергаем первую струну, прижатую на втором ладу. И получается у нас следующее. Дергаем один раз, получается три нотки. Сыграем в замедленном темпе. После этого мы играем следующий кусочек. Начинаем мы с открытых струн, четвертой и второй. Значит, здесь мы играем.
включается маленький форшлаг. Также следует на него обратить внимание. Играем просто открытую четвертую струну. И вторым пальчиком, второй пальчик опускается на второй лад четвертой струны. Получается такой вот форшлаг. Значит, сыграем это еще раз в медленном темпе. Ну и играем последнюю строчку куплета. Играется она следующим образом. Значит, прижимаем мизинцем пятую струну на пятом ладу, третьим пальчиком прижимаем четвертую струну на четвертом ладу, а первый пальчик у нас находится в позиции второго лада, прижимает третью струну. Играем следующее. После этого мы переходим в аккорд ми минор, аккорд ЕМ. Играем вместе с басом открытую вторую струну. Еще раз играем. Открытая четвертая струна и переходим в аккорд С, аккорд до мажор. Опять играем бас, открытую четвертую струну и заканчиваем мы аккордом ре мажор, аккордом Д. Сыграем это еще раз в замедленном темпе. Окончание можно сделать, как в оригинале песни, таким образом. Ну, это на ваше усмотрение. Ну вот и все. На сегодня наш видеоурок закончен. Я думаю, вы все устали. Поэтому я желаю вам удачи в разборе. Надеюсь, что у вас все получится. Я уверен даже, что у вас все получится. Оставляйте ваши комментарии, пожелания, порицания. Для тех, кто не подписался, не забывайте подписываться на канал, если хотите смотреть такие видеоуроки. И в следующий раз мы с вами разберем припев, также соло этой красивой песни. Поэтому всего доброго, удачи, увидимся. До следующего раза.